Всем привет! Сегодня мы с Саньком будем снимать фристайл-подходы на улице, к девочкам будем подходить и на ходу сочинять песни. Давайте посмотрим, что из этого получится. Это пилотный выпуск, это эксперимент. Если вам зашло, влепите лайк, напишите комментарий и не забывайте подписываться на мой канал. И не судите строго, я первый раз в жизни это делал. Но я надеюсь, вам понравится. Ловите сердечко. Сердечко делай. Я даже немножко стесняюсь. Я никогда это не делал, да. Ты как это, ты пьешь. Вот, смотри, телефон. Волнуешься. Да, конечно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Девушка, как вас зовут? Юля, смотрите, мы делаем экспериментальный проект. Вот это Саша. Меня тоже зовут Саша. И мы сейчас сделаем музыкальный сюрприз. У вас есть какие-нибудь пожелания? Ну, не знаю, мечта. Машина, квартира, дача. Море. Море. Окей, ну давай попробуем. Про море? Про море. Давай. Я спросил, как зовут тебя, ты ответила, привет, я Юлия. Что ты хочешь, Юля? Я не знаю, сказала ты, но лучше ты меня на море увези. Я взял тебя за руку и сказал, пойдем, мы сегодня с тобой куда-то уплывем. На самолете улетим в далекие страны, там будут пальмы и жаркие дамы, но я не буду на них смотреть никогда, ведь просто, Юля, я уже люблю тебя. Сани, надо и сальто. Юле надо выпить. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юля. Спасибо. Очень приятно. Или ваши имена просто. В розыске. Что, стесняетесь? Очки больше. Хорошо, чем хорошо. Как собачку зовут? Она уже с нашего видеографа просто познакомилась. Молли. Как... Молли? Молли? Давай про Молли. Молли, да? Давай. Поехали. Подошли к девчонкам, спросили, как дела. Они сказали, извините, Молли у нас занята. Мы хотели ее с собой украсть. Молли, пошли, будем гулять. Может, скажете свои имена? Ну, не стесняйтесь, я девчонки. Это музыка всего лишь для того, чтобы снять YouTube. Вот там снимает парень. Он очень крут. А мы так представим для себя. Молли, ну хотя бы ты иди сюда. Три девушки за раз мне отказали. Саня, что за фигня? Мы же не знали. Мы хотели просто подружиться. Ладно, пойдем. Придется напиться. Спасибо. Молли, ну ты дашь 5, нет? Молли, дай 5. Нет. Молли приличная. Спасибо, девчонки. Все, спасибо. Спасибо вам. Классно танцуете, классно двигаетесь. Спасибо. Не хочется нарушать эту идиллию. Подыграй просто. Да ладно, что? Еще лисий шаг может. Сам в шоке. Давай, двигай тело, подыхай. Читаем маленький фристайл. Может даже под ваш бит. Да. А что ты стесняешься? Давай вот ее начнем. Самый скромный. А вы что здесь вообще делаете? Мы репетируем. Когда вы репетируете? Репетируем. Давай зачитай просто про то, что девчонки в парке там репетируют. И вот... А мы пришли и докопали. Как вас зовут? Лейла. Лейла, прекрасно. Сложно. Ну ладно. Так, подожди, надо запомнить. Лейла. София. Сабина? Есения. О, так, подожди. Лейла, София, Сабина, Есения. Шли по улице и девчонок увидали. Они нескромно так танцевали. It's a road, Jack. Делали ногами. Там Алина сидит и нас снимает. Извините, девчонки, я почти вас запомню. Тут Есения, тут Сабина. Но что-то я напортил. Я не помню все имена. Поэтому, походу, не женат. Как всегда, не запомнил ни одного имени я. Зато Саша играет. Просто вау, да. И что дальше говорить, не знаю. Походу, слова кончились. Я убегаю. Мы снимаем небольшой контент, фристайл под гитару. Сейчас вам спою песню, поднимем вам настроение. Вы готовы? А что, вы стесняетесь? Ну, вырежу потом. Лицо прям квадратиками. Но это не точно. А как зовут, скажешь? Как? Амина. Стоит красивая девчонка за ларьком. Стесняется, скрывается платком. Или закрывает лицо руками. Амина, не стесняйся, ты прекрасна, ты знаешь. Я хотел спросить, сколько стоит это? Ты ответила, сколько? 300. Я ответил, у меня столько нету. Я попросил, давай растает лед. И все у нас будет хорошо, давай пойдем вперед.
Улыбайся. Амин, давай опять. Спасибо. Ну такой фристайлик, а что такого-то, я считаю? Волнуется девочка. В розыске, нет? В федеральном? Вот это поворот! Фристайл под гитару. Давайте про вас зачитаем какую-нибудь песенку небольшую. Может. Можно давай. Назвать имя или какой-нибудь пару слов любых? Линария. Линария? Ух ты! Линария. Линария. Какой сложный. Ну, да. Книга. Что за книга? Стареть не обязательно. Книга или Наря. Серьезно? Линария сидит и книгу читает. Стареть не обязательно, она это знает. И что там умного ты прочитал? И жизнь лови свою с самого начала до конца. И ее сама проживи, любовь найди, мир пойми. Линария, все будет хорошо, не парься, что лето прошло. Смотри, осень, но светит солнце, и все будет круто. И мы прорвемся, и она даже стала нас снимать. Саня Кузьминых на YouTube отправляет. Спасибо. Позитивный человек. Ты самая лучшая женщина на свете. Твои глаза. Да. Это вообще легкий на подъем. Мы просто до этого тоже несколько подходов сделали. Люди такие. Люди вообще тушуются как-то это. А у нас сегодня настроение хорошее. Ну, если что, на книгу можешь ударить. Мы, кстати, тоже пишем, так что аккуратней. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо. Хорошего вечера. А можно я с вами? Давай. Очень сложно. А, так, да? Давайте, вы показываете, я буду повторять. Я прям быстро выучу сейчас, наверное. Но не так быстро. Я присядку дам. Они уже устали. Спасибо, девчонки. Спасибо. Надеюсь, у нас что-то получилось. А у вас точно получится. Все. Спасибо. Алина, не грусти, снимай. Четко. Получается четко. У вас действительно. До новых встреч. Пока-пока.